В Кыргызстане за сутки выявлено 919 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе. По их данным, в Бишкеке 515 новых случаев, в Аше 6, в Чуйской области 154, в Ошской заразились 29 человек, в Талаской 10, в Нарынской 23, в Иссык-Кульской области 50, в Джалалабадской 73 и в Баткенской 57 новых случаев. Таким образом, всего за весь период выявлено 162 892 случая заражения коронавирусом. Вместе с тем, за сутки от ковида выздоровели более 1500 пациентов, скончались 14. На стационарном лечении сейчас находится 3831 пациент, на амбулаторном – 10 860.